И снова в нашем эфире рубрика «Купание капского варана». Кстати, по трем аналогичным видео можно легко понять, насколько подрос наш капский варанчик Стэн. Сейчас в нем почти 40 сантиметров длины от кончика носа до хвоста. Так что уже достаточно впритык вмещается в раковину. И думаю, через пару месяцев ему придется использовать для своих водных процедур ванную. Ну а пока он отмокает в тепленькой водичке, это стимулирует линьку, быстрее сходит старая кожа, которая жила свой век, меняется на новую. Вот в таком небольшом лягушатнике, где он достает ногами до земли, ему достаточно комфортно. Но если прибавить воду, проверяем. Вода достаточно теплая и при этом не горячая, чтобы не обжечь его. Да, примерно так можно набрать раковину побольше. Струйки воды ему тоже нравятся. Он от них не паникует, если только они не попадают на хвост и заднюю часть. А вот теперь вода выталкивает его. И он уже не достает до дна своими лапками. И, естественно, в сложившейся ситуации он будет вынужден куда-то уходить. Но уходить тут некуда. А поскольку раковина холодная, он возвращается в свой бассейн. И тут же находит другую лазейку. Ну что ж ты, Стэн? Поплавай немножко для нас. Да, тебе необходимо тренироваться. Собственно, пока варанчик плавает в раковине, если его придержать вот так вот руками, он будет чувствовать себя более-менее в безопасности. И с него можно будет снимать те участки кожи, которые труднее всего сходят. Труднее всего сходит у капского варанчика кожа на носу, поскольку эта часть тела меньше всего бывает в воде. Но это поправимо. Конечно, одной рукой неудобно делать так, снимать с него старую огрубевшую кожу. Поэтому мы не будем этого делать прямо сейчас. Лучше дождемся, когда у нас будет помощник-оператор. Он уже достаточно большой, видит просвет, видит, куда можно забраться, но пока не понимает, как. Махая хвостом, он меня всего обрызгает. Нашел себе убежище. Слово, пока он так держится, если полить его водой, то можно спровоцировать его условный рефлекс. Сейчас он пассивный, как бревнышко. А, нет. Нет. Не удалось сделать его пассивным.
Это заметно по ноздрям. Сейчас они у него открыты, и он дышит свободно. Поэтому для того, чтобы снять огрубевшую голову с головы, мы не будем его окунать в воду. Недолго он был бревнышком. Собственно, вот так вот его можно держать головой под водой. Он задержал дыхание. Как можно видеть, нижняя его часть, точнее, ниже пояса часть плавает над водой, поскольку он набрал туда воздух. А верхнюю часть мы держим под водой, чтобы намокла и отошла старая кожа на голове. Ее сегодня уже снял, поэтому в данный момент мы просто согреваем ему голову в теплой воде. Поразительно, но даже достаточно молодой варан может задерживать дыхание более чем на 2 минуты. Что подразумевает, что все-таки они регулярно плавают в реках или озерах. Сейчас он кайфует, но если его слегка раззадорить, он откроет глазки и вновь станет активным. Вот такой небольшой заплывчик. Обычно я купаю его где-то полчаса. И после этого вынимаю на полотенце, чтобы он мог там слегка отдохнуть, подсохнуть. После чего возвращаю его в террариум. Ну, думаю, на сегодня водные процедуры закончены.